По легенде учений, на стадионе произошло возгорание. Очаг находится на втором этаже в буфете. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. Ситуацию осложняет сильное задымление путей эвакуации. Основная часть персонала успевает эвакуироваться, но в здании остаются пострадавшие. Основной целью учения мы видим практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, отработка практических действий, организация эвакуационных мероприятий, проверка действий персонала объекта в случае чрезвычайной ситуации, а также проверка организации системы управления и межведомственного взаимодействия. Необходимо не только локализовать возгорание, но и вывести всех пострадавших. Отрабатываются различные способы эвакуации. Наравне с традиционными носилками используют и выдвижную лестницу пожарной машины, и альпинистское снаряжение, и даже так называемый «куб жизни». В учениях задействованы более 100 сотрудников ведомств быстрого реагирования и 24 единицы техники. Среди них есть даже вертолет МЧС. Он прилетел для экстренной эвакуации пострадавших. Считаю, что цель достигнута. Силы и средства работали своевременно и добросовестно. Эту работу мы намерены продолжать. Городское звено РСЧС сегодня присутствовало здесь в полном составе. Без тренировок добиться результата качественно нельзя. Поэтому мы их проводим, проводили и будем проводить. Учения заканчиваются так же быстро, как и начались. Специалисты утверждают, задачи справились хорошо. К проведению чемпионата готовы. К слову, до главного футбольного события года остается всего несколько месяцев. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.